13 марта в Луганском государственном университете имени Владимира Дали прошел семинар о программах Фонда содействия инновациям для студентов, аспирантов и молодых ученых университета. Генеральный директор АНО «Цифропрактика» Пушенко Анна Витальевна рассказала о мерах грантовой поддержки от Фонда содействия инновациям при поддержке Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. Тема обсуждения стали молодежные грантовые конкурсы «Умник», «Старт» и «Студенческий стартап». Каждый желающий, у которого есть свои проекты и идеи, может принять участие в конкурсах. На мероприятии также присутствовало руководство Далийского университета. Проректор по научной работе и инновационной деятельности Ветренко Владимир Алексеевич поприветствовал участников. Очень рад вас видеть в этой аудитории. Особенно приятно, что здесь много молодежи собралось, которые интересуются новыми проектами, новыми разработками. И я думаю, что наше сотрудничество с Ростовской областью будет очень полезно для всех нас. Также генеральный директор АНО «Цифропрактика» Пушенко Анна Витальевна рассказала о дальнейших планах сотрудничества со студентами и молодыми учеными Далийского университета. Ребята на свои инновационные научно-технологические проекты могут получить гранты от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Мы планируем продолжать семинары, ознакомливать ребят с условиями участия в наших программах, а также проводить индивидуальные консультации в будущем о том, как структурировать их проекты, чтобы подавать заявки на гранты. Конечно, важность данных грантовых программ для студентов университетов заключается в том, что ребята могут самореализовываться, не покидая территорию Луганской Народной Республики, получать материальную поддержку, финансирование для своих проектов. Прием заявок по программе «Студенческий стартап» продлится до 3 апреля 2023 года. Заявки принимаются по 7 тематическим направлениям. Все, что нужно для участия в этих программах, это проявить талант и креативность, создав свою интеллектуальную собственность, продукт или услугу, которая может считаться инновационной. В дальнейшем это замечательная перспектива и возможность проявить себя как молодого ученого, в принципе, во всех своих аспектах. И благодаря таким вот людям, таким вот организаторам, мы вполне можем надеяться на светлое будущее и заниматься своим любимым делом, то есть совершенствовать наш быт.